Наша работа продолжается сегодня, и мы с вами возвращаемся к методике, скажем так, коррекции методики омоложения лица. Вот пациентка, которая у нас лежит, мы уже ей делали одну такую, или даже две процедуры. По омоложению результат, ну, может быть, будет потом до вас донесен. Вот. А сегодня мы как бы закрепляем прохождение по точкам, закрепляем работу, которая осуществлялась в течение этих двух недель. Ну и движения наши те же самые, да, по одной стороне. Поскольку девушка у нас профессиональная, профессиональный специалист в области коррекции лица сама, то ей интересно, мы проходим, да, по точкам, которые отвечают за нервы, выходящие на мышцы лица. Это тройничный нерв, лицевой нерв, вот их воздействие с одной стороны. На самом деле, потом услышим мнение о том, как изменилось лицо, насколько оно держится, насколько это интересно для специалистов в этой области, ну и насколько оно, скажем так, эта методика отличается от тех методик, которые предлагают, ну, особенно вот то, что как бы все делают, но все побаиваются введения различных веществ, типа ботокса, типа гиалуроновой кислоты. Вот. Последствия самые непредсказуемые этой процедуры. Вот. А та методика, которую мы сейчас предлагаем вам, она абсолютно безопасна. Самое неприятное, что может возникнуть в этой ситуации, это отсутствие эффекта. То есть не хуже, но и не лучше. Но вот за 2 с лишним года такой работы к вопросу ни лучше ни разу не возникало. В дополнение к тому, что мы говорили в предыдущий раз и сегодня, могу отметить, что пациентки, лежащие на этой процедуре, они себя чувствуют очень комфортно. Большей частью даже засыпают под руками, потому что это, помимо всего прочего, и процедура расслабляющая, и, ну, стрессы у женщин сопровождают их довольно часто. Так вот, это, ну, скажем, еще и антистрессовая процедура, поскольку человек полностью расслабляется, вы потом можете, если пациентка наша захочет сказать несколько слов, то, может быть, вы услышите вот ее мнение. Я думаю, что она сейчас воспринимает мои слова, скорее всего, она
находится под, скажем так, ощущением удовольствия и кайфа от процедуры, так что вы услышите ее мнение непосредственно из первых уст.